Друзья, привет! Сегодня будет мастер-класс по очень эффектному рельефному узору. Он прям рельефный, такой до мозга костей в полном смысле этого слова. Раппорт составит 2 петли и 8 рядов высоту. Пряжа в образце камтекс самоцветик, очень красивый оливковый оттенок, переливающийся на солнце. Давайте переходить к мастер-классу. Все внимание на экран. Первый ряд я снимаю кромочную и далее все петли провязываем лицевыми. Второй ряд аналогично, кромочная и все лицевые. Третий ряд кромочная, первая лицевая, а следующую перекидываем петлю, не провязываем, нить перед работой и повторяем раппорт. Лицевая, перекидываем петлю, нить перед работой, лицевая, перекид, нить перед работой, лицевая, перекид, нить перед работой. Четвертый ряд провязываем аналогично, снимаем кромочную. У нас идет сначала лицевая, далее петлю перекидываем, нить перед работой. Лицевая, перекид, нить перед работой. Лицевая, перекидываем петельку, нить перед работой, лицевая и так далее. 1/2 раппорта у нас будет таким образом провязана. Итак, поехали дальше. Пятый ряд полностью лицевыми. Шестой ряд также полностью вяжем лицевыми. А оставшиеся 7 и 8 ряды мы будем вязать как 3 и 4, только поменяем позиции петель в шахматном порядке. То есть сначала мы перекидываем петлю, не провязывая нить перед работой, далее лицевая. Перекидываем петлю, нить перед работой, далее лицевая. Это будет 7 ряд. Восьмой заключительный аналогично. Первую перекидываем, нить перед работой, далее у нас идет лицевая. Перекидываем петельку, нить перед работой и лицевая. Ну что, друзья, узор получился действительно в полном смысле этого слова рельефно-рельефный. Мне он напоминает такую кожицу лягушечки или ящерицы. А также вижу кактус. Вот, не знаю, вижу и все. Обязательно сохраните этот мастер-класс в своей копилке. Мне он, кстати, очень понравился. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также переходите по ссылке на мой дзен-канал. Там накопилось много интересных моделей для вязания. Сегодня кардиганы. Желаю вам отличного весеннего настроения и прощаюсь с вами до завтра.